Добрый день, друзья! Сегодня поговорим о вариантах боя по язычку. Вчера у нас была беседа с моим большим другом, который мне прислал подарок. Древний варган. Он живет в Великобритании и тоже хочет научиться играть на варгане. Прислал мне первый ролик, заказал варган. У мастера очень хороший инструмент, вот, но учится играть боем от себя. Да, этот бой имеет право быть так, так же, как и якутский бой. Вот, но здесь маленький нюанс: если вы начинаете так играть, то со временем вы упираетесь в некий предел возможностей данного вида боя. По скорости, например. То есть там есть определенные ограничения, хотя, в общем-то, в искусстве ограничений нет, и при должном усердии можно достичь высоких результатов. Но все-таки для инструмента, например, бой от себя не очень хороший в плане того, что часто ломается язык, потому что он идет на вырыв из этого соединения. Вот, когда мы бьем на себя, этого не происходит. То есть у нас соединение вот это, которое крепежа, она, в общем-то, сохраняет свою устойчивость. Там нагрузки небольшие. Вот, при бое от себя у нас идет отрывание постоянно. И со временем язычок ломается, или вырывается вот из этого соединения. Вот, я ничего не хочу сказать. Каждый решает сам для себя, как лучше ему играть на инструменте. Вот. Но все-таки для того, чтобы играть нормально, чтобы дальше было совершенство, рекомендую практиковать бой на себя, русский стиль игры. Вот такое вот расположение руки. То есть один палец чуть-чуть выступает. Вот. Нужно бить параллельно вот этой плоскости. То есть параллельно, вот, не в бок, не вниз, вот, а именно соблюдать параллельность ударов по язычку. Вот, и прежде всего попытаться отрабатывать эти удары. И как бы вот этот навык должен быть отработан до автоматизма, чтобы вы не задумывались, как вы наносите удар по язычку. Вот, и совершенствовать технику. То есть в дальнейшем игра может быть достаточно мощной, скорой, вот, различными вариациями. Вот, и вы не будете думать, что сломаете язычок, что у вас что-то произойдет, что вы упретесь в некий предел возможностей вашей кисти. И вы будете играть только с определенной скоростью. И дальше уже, к сожалению, возможности человеческого организма, тела его не будут давать вам совершенствовать ваш стиль игры. Вот. Вот такое вступительное слово играем сегодня на таком варгане братьев Поткиных. Басовый инструмент, низкочастотный. Будем изучать.
Такая импровизация. Варган не очень громкий, большие зазоры, больше он, скажем так, сувенирный. И не для того, чтобы играть профессионально на нем. Но
в принципе, достаточно удобный и комфортный в плане нанесения ударов. То есть язычок не стучит по декам, потому что зазоры большие. И для новичков, кто осваивает игру на варганах, такой инструмент будет наиболее приемлемый для того, чтобы оттачивать мастерство именно удары по язычку. Потому что когда у вас узкие зазоры, то язычок будет гарантированно биться о деки, неприятно звучать, будет ощущение ударов по зубам. И, в общем-то, будет некомфортная игра. Поэтому рекомендую, когда вы начинаете играть на инструментах, именно покупать простые сувенирные варианты, на них тренироваться и потом уже по мере совершенствования вашего мастерства покупать более дорогие варианты варганов. То есть это некий такой, скажем так, опытный вариант, на котором можно отрабатывать различные техники, удары. То есть он очень удобный, его не жалко сломать будет при различных вариантах боя. Вот, и потом приобрести уже по мере того, как вы будете уже хорошо играть на органе, более дорогие, качественные, с хорошим звуком инструменты. На этом заканчиваю ролик. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал, голосуйте за него, голосуйте за ролик. Вот это помогает дальше, в общем-то, мне развивать тему игры на варганах, давать вам много ценной информации по этому инструменту. Вот, на этом закончу. До новых встреч. Не болейте и так далее.